инструментах. По инструменталу там какие-то возникли вопросы. Номер 29. Группа Муз Арт. Брест. Номер 29. Ничего, если 2 минутки? Ай-яй-яй. Ну тогда расскажите о себе что-нибудь пока. Ну занимайте же время, надо же как-то выходить из положения. Мы к вам приехали из города Бреста. Мы коллектив Музарт. Ребята профессиональные музыканты, закончили консерваторию. Мы к вам приехали с очень позитивной песней, которая называется «Только танец, только танцуй». Вот мы за позитив, вот поэтому. Нет, контрабас у нас свой, брестский. Номер очень красивый, итальянский. Да? Номер? Нет, пусть будет. Никогда, мы надеемся, что он счастливый. Концертов? Группе 12 лет. Просто кто-то больше в музыке времени проводит, кто-то меньше, кто-то младше, кто-то старше. Корпоративов много, ну, по-русски спрашиваю. В каких-то других проектах участвовали в Беларуси, по крайней мере? Ну вот я участвовала в 3-м сезоне Академии талантов. Я боролась за полуфинал, но не прошла. Поехали.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Номер 30. Группа...